На связи несменный ведущий Лавченский, а на ваших экранах новый выпуск «Города». Сегодня вы увидите очень малопопулярную постройку в городах Майнкрафта. Приятного просмотра! Автосалон марки Pegasus, от слова Пегас. Это мифическое существо древнегреческой мифологии, крылатый конь. Более подробно вы можете прочитать на той же Википедии. Здание имеет необычную форму, чем-то напоминает крылья чайки или другой птицы. Вторая особенность – панорамное остекление. Издалека можно понять, что за здание виднеется на горизонте. Внутри представлены разные виды транспорта этой марки. От маленького смарткара до небольшого коммерческого грузовичка. Рядом с каждой такой машиной есть стенд с прайсом и характеристиками. Декоративная иллюстрация в виде дороги и машин. Уборная комната. Посередине находится стойка консультации. Здесь можно подобрать автомобиль под свои предпочтения и финансы. В этом крыле можно оформить покупку автомобиля. Еще одна иллюстрация, на сей раз полноразмерный Пегас.
На втором этаже панорамный вид на весь автосалон. Возможно, когда-то здесь будут новые авто. Машины для тест-драйва. Можно затестить любой автомобиль перед приобретением. Официальный сервис марки Pegasus. Своя автомойка. Здесь проходит техническое обслуживание по гарантии после определенного пробега и времени. Возле дороги припарковался автовоз с новой партией новеньких автомобилей. Вот такой получился сегодняшний короткий выпуск. Надеюсь, было интересно. Пишите под видео свои идеи, что добавить в городе, как вам постройка. А я буду с вами прощаться, надеюсь, ненадолго. Услышимся и увидимся в новом выпуске совсем скоро. Всем arrivederci!